Приветствую вас, мои дорогие друзья. Это ваш персональный гид Али. Как вы уже знаете, что я пока нахожусь в России, в городе Санкт-Петербург. Но, как нам известно, что скоро Индия собирается открыть границу для всех туристов. И еще есть одна новость, что Индия собирается давать первые 500 тысяч виз бесплатно первым 500 тысяч туристам, то я хочу, чтобы вы не пропустили этот шанс достать бесплатную визу и посетить свою любимую Индию. И я уже к концу сентября или в начале октября уже буду в Индии, так как раз вы меня увидите. И если у вас есть планы посетить Индию, тогда я вас жду в Индии, чтобы вам организовать незабываемую экскурсию по невероятной Индии. Вот те, которые хотят узнать, что я делаю пока в России, как вам уже известно, что я и в России работаю в туризме, так в этом году уже все не так, и в России, хотя граница была открыта, но только два раза в неделю рейс из Индии, так как очень мало туристов и сезон не такой. Ну, вы поняли. Так, надеемся, что в этом году в Индии все будет нормально, и как Индия собирается открыть границу, тогда будьте готовы, пожалуйста, поймать этот шанс бесплатный виз. И я пока занимаюсь фитнесом. Ну да, конечно, скоро будет сезон в Индии, надо заниматься собой. Вот, я хочу вернуться в свою любимую и самую лучшую форму. Надеюсь, что скоро у меня получится, поэтому я стал заниматься упражнением. И купил абонемент в фитнес-клубе Fitness House. Да? Это рядом с домом, и я всегда верю, что нам надо заниматься фитнесом или абонемент купить в том спортклубе, который ближе из нашего дома или с нашей работы, ну, куда нам удобнее ходить. Вот поэтому я решил купить рядом с своим домом, это совсем рядом, так 5 минут пешком ходить. Фитнес-хаус называется этот спортклуб, так как я уже занимался бодибилдингом, профессионалом. Так у меня опыт есть. Так, тренер мне там не нужен, потому что я сам профессиональный тренер по бодибилдингу. Ну, так, спортзал нормальный, да, тренажеры тоже хорошие. Так, занимаемся фитнесом, и я стараюсь вернуться в лучшую форму. Надеюсь, вы тоже бережете себя, берегите, пожалуйста, и скоро мы с вами увидимся в вашей невероятной Индии. Так, я уже дошел до своего спортклуба, отсюда вход. И если хотите, то, конечно, я с удовольствием пару фото добавлю в видосе, чтобы вы меня увидели, как я занимаюсь спортом. Так, еще раз, скоро мы с вами увидимся в Индии. Я вас жду, и я вам обещаю, что у вас будет невероятная экскурсия незабываемых впечатлений в Индии со мной.